Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Трансформеры. Войны на Земле мы продолжаем. Ну что же, как и написали в комментариях... Доцент выбрался из подвала! Оптимуса Прайма, Энергонового. Видимо, я там тоже завис, ибо я пропал на неделю там, может и больше, а может и меньше, смотря кто как воспринимает время. Но так или иначе, сюжетная линия продолжается, один ивент я пропустил, не успел запустить игру, а Птероксадон уже хочет что-то сказать. А он хочет сказать, мне нравится это место. Здесь так много всего, что может разломаться на кусочки. Не совсем то, зачем мы здесь, Птероксадон. Хотя я понимаю, что ты имеешь в виду. Это очень хрупкая планета. Это не так, Найтсталкер. На днях я испытал свой сейсмический топор. Знаешь, убедиться, что он не был поврежден при транспортировке или еще что-нибудь. Несколько повторных замахов и бам! Ага, так вот что это было. Поверь мне, мы все почувствовали, что планета Земля содрогнулась в тот момент. И возможно я создал то, что люди будут называть младшим братом Большого Кауна. Дай угадаю, Оптимус Прайм не был слишком озабочен этим. Не, но он сказал, что мои таланты можно было бы использовать лучше. Да? Почему? Похоже, что теперь я почетный рейкер. Йоу, Птероксадон, готовься! Мы выдвигаемся. Разрушительное задание. Это будет как раз по твоей части. Сейчас буду, Сэндсторм. Видишь, Найтсталкер, похоже, я отлично вписываюсь. Может быть, мы здесь именно поэтому. Так, это здорово. У нас здесь... у нас здесь начался тошно... Я, походу, чего-то пропустил. Ну как, ивенты я точно пропустил один. Поэтому я там даже не знаю, что было. Кто в курсе там, если что, уведомите. А вот то, что какой-то комплект тошнота, как я чуть не прочитал, и фаерлайна уже в магазине. Это, видимо, с предыдущего ивента. Топшот. Ташпот, тошнот, не знаю. Ну, короче, как-то так. Вот такие дела. Ну ладно, что у нас тут? А у нас тут нападение на Кибертрон, равный равному. Твои отряды готовы к нападению на Кибертрон. Прими участие в ивенте ближайших выходных, чтобы заполучить чип ядра отряда, золото, серебро или бронза. До 750 осколков 5 звезд, до 600 осколков 4 звезды, до 1500 осколков 3 звезды, 2000 монет Шаникса. О, монеты Шаникса? А, это Шаниксы. Я подумал, обычные монеты, кибермонеты. Не, это монеты Шаниксы. И 3000 осколков ядра Прайма. Тройной опыт, уровень престижа. Бла-бла-бла. Вот такие дела. Плюс у нас еще есть новый вызов. У нас есть комплекты обновленные. Какие-то у нас бойцы появились. Еще там победители. Обалдеть. Лига Прайма. Как все... обновление условия предоставления услуг. Ладно, давайте воспроизведем передачу и посмотрим, что же у нас там. Наша цель совсем рядом. Будь готов ко всему. Я готов, Брейнсторм. Просто скажи, у тебя будет вся огневая мощь, необходимая для выполнения этой задачи. Так вот этот топшот какой. Синемордный. Ну, да. Как получилось, что ты получил бот-комбат, Брейнсторм, а мы просто обходимся обычным оружием? Да, ошиваться около пристанища Дезараса, не говоря уже о постоянных сражениях, это может быть очень опасно для жизни и конечностей. Фуньк! О, простите, я немного нервничаю, вот и все. Ресурсы наших ботов-комбат все еще ограничены, Пайпс. Один бот на миссию, вот правило. И так уж получилось, что Оптимус Прайм решил, что я и Топшот — лучшее сочетание мозгов и способностей. С каких это пор ты беспокоишься о правилах, Брейнсторм? О, подожди, я все понял. Дотошный Топшот вроде как держит твои безумные наклонности у черного в узде, да? Хватит с меня пустой болтовни, Тракс. Время миссии тикает, а мы все еще не достигли своей цели. Какой цели? Напомни. Будь внимательнее, Пайпс.
Даже если Мелоди и Бластер успешно взломают нашу солнечную спутниковую систему, им все равно нужен код шифрования космического моста, используемый Дезаросом для переброса подкреплений из Кибертрона. Послушайте, почему это так сложно? Здесь никого нет. Подождите-ка. Мы здесь не одни. Режим самоходного орудия. Десептиконы. Фуньк. Вау-вау, автоботы! Эта миссия только что стала интересной. И не говори, действительно. Так, ладно, вот такие, значит, у нас обновления получились. Ага, премиум кристаллы, теперь их можно покупать сразу по несколько штук. По десятку. Это не может не радовать. Было бы 10 тысяч, было бы вообще круто. Это обалденное обновление. Зачем это самое, когда можно... Когда можно сразу десяток оформить? Другой. А тут всего 50 этих не хватает. Ну ладно. Блин, что-то как-то изменилось меню. Ненароком не нажать бы на «Купить за монеты». Мне бы этого крайне не хотелось. Монеты надо копить на строй бота. Значит, такая вот у нас миссия сюжетная. Ну ладно, давайте глянем, что же у нас там. А-а-а, мы опять там этого будем? Да. Короче, понятно. Ладненько. Ну, давайте глянем. Особо на рожон лезть не будем. Текси. Давай, гештальт. Настало время жахнуть как следует. Да начнется рейд. Черт, надо было отряд более топовый взять. Хотя, в принципе, не обязательно. Я так думаю. Можно разбить. Там еще, не знаю, энергия общая на всех или у каждого своя энергия. Как говорится, у каждого свой билет на вход сюда. Так, ну тут как бы, я думаю, надо слева разобраться со всем. Так. Давай-ка, гештальт, твой выход. Давай. Ты куда ты попёр? Якс. Давай взорвем турели. Ована. Ох, ракеты. Ракеты полетели. В меня ракеты летят. Так. Давай еще удар. Отлично. Давай. Надо уничтожить эту турель. Так, все. На большее, к сожалению, его не хватило. Давай-ка. Ломайте. А что случилось? Почему? А почему так? Как будто и медицинской помощи не было. Или была? А, неважно. Короче, мы снова вернулись в рейд-режимы. Давайте ломайте, сколько там возиться можно со всем этим. Оптимус. Здоровья всем дай. Ну, Оптимус пошел танковать. Куда ты, ё-моё, Оптимус, ну как ж так-то? Ну что ж тебя все время нелегкое несет? Ты команду спасать должен. Так, давай-ка. Еще щитков дадим. Ой, что-то у меня такое чувство, что нам недолго осталось. Да, ну по крайней мере хоть какую-то оборону сняли. Вот как-то так. Все.
Оптимус там то сражается, то клинит. Давай там дерись. До последнего. У меня же есть второй отряд, более мощный. Но им мы потом слово дадим. Все. Вот это вообще красавчик. Это вообще битва бесконечности. А может быть и нет. А может быть и нет. Ой, его прям в воздухе сбили. Какой кошмар. Ладно. Борьба за общее благо. Битва еще не окончена. Короче, вот так вот у нас получается. Ладненько. Ну, самое главное. Самого главного мы достигли. Задание выполнено. Многие думают, что задание победить в рейде — это не так. Я уже свою задачу, программу минимум сделал, а именно выбрался из подвала, как верно написали в комментариях. Там, конечно, скрывать не стану. Захотелось подержаться подольше. Там и Мегатрон, и Оптимус. Великолепные истории. Их похождения. Я, может быть, даже однажды поведу и поделюсь с вами. Но это, наверное, на другой раз. Так сказать. Ну ладно. Давайте-ка закончим тут и продолжим уже проходить этот ивент в следующей серии. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения по вселенной трансформеров снизу в описании под видео рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Пока-пока.